Машинка, мы в тебя верим. Вот так, хорошо. Сможем ли хотя бы чуть-чуть приблизиться к точке? Но новая машинка, я вам, ребята, хотел бы напомнить, что у нас после этого автомобильчика будет пожарный автомобиль. Да-да-да, тот самый американский Fire Truck. Мощный, красивый. Да, скорее всего, это американский будет. Ну, игра-то американская, мы же в Америке едем, правильно? Да, поэтому и пожарный автомобиль будет американским. Вот, и бензинчик у нас здесь скоро закончится. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинка против зомби». День 351. У нас машинка прокачана, у нас есть... интересно, что у нас есть? А у нас есть ускоритель. Он тоже прокачанный. Максимально практически, осталось чуть-чуть его докачать, и мы сможем вообще взлетать здесь и лететь. Только чисто на ускорителе, я надеюсь. Так, смотри, какая, видишь, застава, подстава. Так, здесь мы взлетаем и летим. Опа, аккуратно. Здесь тоже подлетаем. Вот здесь будем лететь. Сейчас разгонимся. Во! Полетели. Ух ты, ё-моё. Помешало нам. Все, закончился наш ускоритель. Сейчас посмотрим, докуда доедем. Наверное, до той же отметочки. Сейчас посмотрим. Вот зомбак вот этот мне мешает. Постоянно лезет до меня. К сожалению, у нас этот, патроны закончились, да и пушки нет. Все, и здесь заканчивается у нас бензин по классике. Все, перевернулись и спускаемся вниз. Что улучшить? Давай купим бензобак. Топливный бак улучшили. Все, поехали. Теперь мы будем ехать намного дальше. Ну, я так считаю, я так думаю, не знаю точно, 100% я говорить не могу. Но примерно я думаю, что да. Давай, ускоряемся. Давай, машинка. Все, мы едем наверху. Здесь, в принципе, надо будет на самый верх подняться будет. Мне интересно, что там. Вот здесь пролетаем. Здесь пролетаем. О, блин. Ускоритель утерян. Да как так, нафиг? У меня еще много столько ускорителя было. Ох, а у нас машинка, кажется, полностью прокачанная же, да? По защитке, да. Блин, а что ж так все разлетелось? Что ж так все разлетелось-то? В разные стороны. Да ё-моё. Давай, машинка, мощи включай. Едем, отлично. Аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. А все, бензин закончился так быстро. Идем в гараж. Что можем купить? Защита у нас на максимуме. Ладно, давай купим коробку передач. Да. Все, едем. С коробкой передач новой. Да, смотри, скорость-то у нас максимально увеличивается, и мы намного быстрее стали ехать. Ты заметил это? Я прям замечаю. Вот. В определенных моментах мы будем включать ускоритель. Так, автомат сейчас и улетит. Так, вот здесь, вот смотри, мы включаем ускоритель. Ой-ой-ой. Главное не стукаться ускорителем в потолок. О, отлично. Блин, да нет, ускоритель утерян. Ё-моё, опять. Всё, машина наша измученная. Да. А я не помню, я колеса. Колеса покупал я или нет, а? Колесики. Не помню, покупал я колеса или нет нашей машинки. Давай. И все, сейчас. Кончится бензин, кончится. А, нет, смотри, мы еще едем. Еще немножко, давай. А, все. Да. Ух ты, я сейчас куплю ускоритель полностью. Максимально мы купили, увеличили ускоритель. Еще надо будет колесо купить одно. Едем дальше. День 354. Нормально. Давай, машинка, ускоряйся. Сейчас автомат отлетит, смотри. А, ну все, он, в принципе, уже отлетел. Он уже и не стрелял у нас. Не хватало мощности.
Все. Давай быстренько ускоримся. Давай, на максимум здесь вообще взлетаем, летим. Ух ты! У нас, смотри, защита передняя ломается. Все, сломалось. О, давай, взлетели, полетели. Отлично. Все, ускоритель закончился, но не так страшно, как если бы он отлетел просто. О, зомбарь бежит. Дави его. Давай. О, смотри. В принципе, мы нормально долетели. О, доехали. О, давай, машинка. Осталось совсем чуть-чуть, половина. Все, ускоритель утеряли. Ну, не так страшно, мы его полностью расходовали. О, нормально мы долетели, доехали. Закончился бензин. Так, заходим. Смотрим, что можем купить. Только автомат, но автомат мы пока не будем покупать. Едем дальше. День 355. Интересно, за 365 дней мы сможем за год доехать или нет? Фига себе, 365 дней. Целый год он ехал по Америке на этой машине. Целый год. Врезался в зомбаков. Патроны закончились. И все, никак он не мог доехать. Ну, офигеть. Так, давай быстрее, машинка, разгоняемся. О, здесь летаем, все, полетели. Ух ты, ё-моё, блин. Носом начал плевать. А, утерян ускоритель, ё-моё. Ну, ничего страшного. Хоть мы им воспользовались немножко. Ускорителем-то нашим. Зомбак бежит. Спортсмен какой-то, смотри. Опа. На тебе по башке. Смотри, их так можно по башке бить. Прикинь, я не знал. Опять все, бензин закончился. Ладненько, идем в гараж. Смотрим. Что у нас, что мы можем приобрести? Давай, знаешь, что купим? Двигатель. Да. У нас автомобильчик будет просто лететь. Смотри. Ой, блин, врезался. Смотри, он просто летит. Да. Мощь. Чувствуется прям. О, давай наверх. Так, что у нас тут наверху? Я хочу на самый верх попасть. Не знаю, получится или нет. Но я смотрю, там дорога есть наверху. Ой-ой-ой-ой, здесь нельзя застревать. Здесь надо лететь вперед на ускорителе. Вот так вот. Уи. Закончился ускоритель. Ну да ладно. Зомбаки, вот этот бежит, зомбак. На тебе. Чуть-чуть доехать-то. Все-таки надо полностью прокачивать бензобак. Все равно мы не доедем. Вот здесь мы проехали хорошо. Прям нормально. Такие. Ой, давай. За боков этих мочим. Замечательно, ребята. У нас все отлично получается. Мы отлично мочим этих зомбаков. И мы доедем. Ой, бензин закончился. Ну, не страшно. Прям совсем чуть-чуть осталось у нас. Круто. Офигенно. Так, что мы купим еще? Давай, знаешь, что купим? А давай колеса. Точно, мы более крутые колеса сейчас купим. Вот, нормально. С этими мощными колесами у нас все получится. Смотри, как наша машинка стала ехать нормально, да? Круто, машина едет. Быстро прям. Не знаю, прям как будто колеса стали увеличивать скорость. Угу. Давай, машинка. Давай, мы тебе немножко поможем ускорителем. Патроны закончились, ну ладно. Вот, взлетаем, летим. Уи, чуть-чуть прям. Да, колеса прям вообще, смотри, мощные. Все, здесь тоже взлетаем. Ой, все полетело, все разлетелось. Все разлетелось. О, все, ускоритель утерян. Я так и думал, так и знал, что он сейчас врежется здесь. О, зомбак бежит, смотри. Какой ты быстрый, а, спортсмен. Все, взрываем тут всех.
Интересно, рассыпется наша машинка или нет. Такая она уже колымажечка. Давай, давай, давай. О, смотри, здесь я не помню. Вот, смотри, куда мы. Нифига, а что мы сделали там? А, двигатель купили. Вот, отлично. О, бензин закончился. А, давай этого зомбака. Все, мы его убили. А, 90 зомбаков сбито. Все, идем в гараж. Смотрим, что можно сделать. А, ну давай коробку передач купим. Все. Пока ничего не можем. Ну, с коробкой передач будет намного быстрее ехать. Вот, скорость-то увеличиваем. Так, а ускоритель у нас, в принципе, есть полностью купленный. Но мы его будем использовать, знаешь, как когда. Ух ты, автомат отлетел. Ускоритель утерян. А как так? В смысле? Как ускоритель? Я его ни разу им не использовал. Его. Ни разу не использовал ускоритель. Он у меня взорвался, прикинь. Улетел ускоритель. Офигеть. Ладно, попробуем без ускорителя. Доедем мы. Хоть немножко. О! Давай, машинка. Мы в тебя верим. Вот так, хорошо. Сможем ли хотя бы чуть-чуть приблизиться к точке? Ну, новая машинка, я вам, ребята, хотел бы напомнить, что у нас после этого автомобильчика будет пожарный автомобиль. Да-да-да, тот самый американский Fire Truck. Мощный, красивый. Да, скорее всего, это американский будет. Ну, игра-то американская, мы же в Америке едем, правильно? Да, поэтому и пожарный автомобиль будет американский. Вот, и бензинчик у нас здесь скоро закончится. Ну, проехали я могу сказать, что дофига, нормально прям таки. Хорошо проехали. Смотрим. Ничего купить не можем. Только автомат. Зачем нам автомат? Нам нужно копить на бензин. Едем. Зомбаки убиваем. Да, сейчас ускоримся, подожди. Нормально. Опа, давай, давай, увеличиваем скорость. Так, здесь тоже. Все-таки убиваем дело. Патрончики закончились. Так, ну, блин, у меня, видишь, какая проблема. Ускоритель теряется. О, все, ускоритель утерян. Блин, как жалко. Вот как это, ехать надо аккуратно, чтобы не терять ускоритель. Сейчас бы я ускорителем бы, ух, разогнался бы. Ух, тут бы сейчас поехал бы круто, быстро. Ну да ладно. Колеса у нас прокачаны максимально. Колеса большие. Видишь, я по зомбакам прям с колесами еду. Давлю их. О, вот этот момент мне нравится. Видишь, я взрываю постоянно зомбаков, которые там стоят. О, спортсмен, спортсмен. Опа, вниз поехали. Так, а что здесь у нас интересно? О, давай, давай, разгоняемся, разгоняйся. Практически доехали мы до точки. Давай, быстрее, еще чуть-чуть осталось. Не знаю, доедем, нет. А, бензин закончился, все. Давай, давай. А, все, кончился бензин. Куда я давлю? На газ. Было здорово, ребята. Вообще, мы нормально прокачали тачку. Вот, в следующей серии мы ее прокачаем полностью. И проедем эту трассу. И нам откроется новая машина. Пожарная машина Fire Truck. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех до новых встреч. Пока-пока.